Ну давай еще раз попробуем проехать. День гонок. Без прокачки. Так, а нет, смотри. Сейчас игроки тоже заряженные. Ну как так-то, а? Заряженные игроки со мной играют. Скорее всего, придется мне тачку прокачивать, иначе ничего не сделаешь по-другому. Хотелось бы новую тачку купить, но не знаю. Наверное, я все-таки тачку куплю. Только денег нет, правда. Надо будет прокачивать. О, я так, конечно, не выиграю. Нет. Там все очень мощные игроки бриллиантового уровня. А у меня только платина. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай-давай-давай-давай. Может быть, мы третье место займем? Или нифига? Да. Попробуем. Третье место занять. Ага, бензин не взяли, но он, в принципе, нам, может быть, и не нужен особо. Так, вторая позиция, это уже поинтереснее. Это уже интереснее, конечно. Вторая позиция. Но что-то уже, я смотрю, опять в четвертом еду. Да, тачка у меня не прокачана, потому что, ребята, повторяю, я пробую выиграть на непрокачанной тачке. Ё-моё, смотри, какие они быстрые. Так. Давай. Третья позиция. Да, третье место взяли. О, господи. Так, сколько? 69 тысяч. А эта машинка сколько у нас? 90 стоит. Да мы ее все равно не купим, поэтому я предлагаю прокачивать все равно. Вот эту мою основную тачку. Так, движок еще купим. 11 тысяч, ну давай сцепление повысим. Поехали, проверим, посмотрим. Потратил, пришлось потратить все деньги. О, смотри, уже что-то лучше. Вот это да, ребята, выбиваемся вперед. Тачку мы прокачали. Ну а куда деваться-то? Пришлось прокачивать. И намного лучший результат у меня получается. Сейчас мы здесь займем первое место. Да. Первое место готово. Так, едем дальше. Все, отрываемся. Аккуратненько. Давай. Да ё-моё. Неудачно мы там приземлились. Конечно. Так, друг какой-то из Испании фигачит вовсю. Хочет выиграть. Опа, какое интересное место. И мы отрываемся вперед. Есть, готово. Первое место. Опа, поехали. Ух ты, это что-то еще за склончик такой. Они, смотри, все проехали, а я один... Что-то не смог, а? Давай, ускоряемся. Да ёлки-палки, да в смысле четвертая позиция? Давай догоним кого-нибудь. Чтобы хотя бы третьим приехать. Да, ну скоро трасса эта закончится. Да ё-моё, мосты эти вонючие, они мне мешают проехать. Да все, четвертая с опадкой. Не получилось. А, нет, в смысле первое место? Давай попробуем болотистый кубок, только тачку я поменяю на багги. Поехали на багги. Ох, как багги, смотри. Вот это мощь, вот это зверь у меня багги. Давай, багги. У тебя получится. Так, бензин не взяли. Ну, не фиг с ним, с этим бензином. Опа. Так, ребятушки, аккуратненько. Дайте я возьму второе хотя бы место. Нет, смотри. Как они все не дают мне выиграть, а ё-моё. Ладненько.
Так, нет, все равно не получилось у меня идеальный старт. Но машинка очень резвая. Очень-очень резенькая. Опа, здесь скоро будет, кстати. Ух ты, нифига. Сальто. Сальтуху сделал. Нечаянно. Даже я не хотел это делать. Опля. Давай. Едем. Ускоряемся. Есть. Второе место уже получше. Да ё-моё, не получается у меня идеального старта. Но ничего страшного. Едем. Тек. Опа, заехали. Это отлично, отлично, что мы заехали сюда, наверх. Обычно не получается это делать. О! Все, ребятушки, первое место мне обеспечено. Точно. Первое место. А-а-а, упали. Первое место, я же сказал. Круто. А, первый снег. Поехали. Первый снег, так первый снег. Все еще идеально стартанули. Это мне знакомо очень. Место. Первый снег. Смотри, какой ты чувак, а? Быстрый какой на тачке. Офигеть. Ну, дай мне выиграть. Первое место занять. Юху! Заняли первое место. Опа, идеальный старт. Здорово. Да ё-моё, смотри, как отлетит. Как он хочет выиграть быстро-то, а? Давай, мужичок. Не так быстро гони. А, я хочу выиграть тоже, первое место занять. Смотри, какой он быстрый, а? Да, первое место. Здорово, два раза по первому месту. И мы должны еще раз выиграть первое место. Даже если второе мы займем, ничего страшного. Так, едем внизу. По низу. Наверх особо не надо нам. А, хотя, в принципе, давай. Поверху проедем. Мне без разницы. Опа, давай еще чуть-чуть. Так, все, вниз уходим. И второе место. Так, а в итоге должно быть первое. Слушай, алло. Точно, первое место. Отличненько. Так, идем дальше. Новый кубок, туннели мы открыли. Ну что ж. Новое достижение у нас. Бриллиант, знак небезразличия. Поехали. Все, едем. Так. Так, ребятки. Баги у меня все равно рулит. Прокачанная тачка. Опа, здесь не очень так хорошо было. Смотри, они по низу, кто ехал, они быстрее меня опережают. Ну ладно, сейчас попробуем. Ой-ой-ой-ой, что здесь творится-то, ребята? Вы тоже в первый раз тут едете, да? Как и я. Ё-моё. Нет, тут надо разогнаться. Разогнаться конкретно причем. Блин, да фигня какая-то место. Что за место такое? Ладно. Попытка номер два. Сейчас мы должны выиграть. О, нет, камни. А-а-а, ладно, вниз спускаемся. Блин. А, вон оно что. Вон оно как. Ну, видишь, когда первый раз играешь на этой карте, вообще не знаешь, что делать. Ну, давай, ускоряемся. Хорошо, что у меня баги так быстро ускоряться умеет. Так, давайте мне первое место, ребятушки. Мне нужно первое место, чтобы открыть сундук. Вот и все. Первое место. А вы мне мешаете. Первое место занять. Поэтому... Ой-ой-ой, что это за... Что это такое вообще?
за булыжники, а? Это трасса или что это? Ну, давай, 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 давай. Едем, едем, едем. Опа, так, еду первый. Как же здесь и сложно-то, а? О, это хорошо, что мы тут все перепрыгнули. Первое место. О, отлично.